Один человек погиб в результате пожара. Это произошло минувшей ночью в Кировском районе Макеевки. О происшествии сообщил командир отделения 9-й Макеевской пожарной части. Загорелась одна из четырех квартир барака. По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, в результате чего мужчина мог задохнуться. Окончательная причина смерти будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Огонь уничтожил часть кровли и перекрытий. На тушение пожара у спасателей ушло около полутора часов. Поступило сообщение на центральный путь о пожаре в Кировском районе, по улице Шахтной. Значит, было выяснено, что горит одноэтажный четырехквартирный дом. При тушении был обнаружен труп мужчины. Значит, локализация пожара произошла в 23:52 и в 00:10 окончательно он был ликвидирован. Выезжало туда три автомобиля, 11 человек личного состава было задействовано.